старик еще со своею. У самого синего моря они испортили не только старуху. Но и море. Но и море, потому что оно стало черным, почернело море. И поговорим о микромусоре, который попадает прямиком из нашей ванны в сточные воды, а затем в море. На часах 6 часов 55 минут. Или ты уже сказал? Я уже сказал. А я повторю. Памятные даты. Конечно, активные прогулки. Вот так, вот опять грызет микрофон. Прекрасно, вот. А это будут ваши туфли, между прочим, когда-нибудь. Или стулья. Или стулья, стол, да. Да, или стол. В общем, вот, чему вы будете очень рады до прихода собаки, которую в итоге она съест. Она создана для того, чтобы вышивать крестиком, а никогда, кроме как в школе на уроках труда, нет, это не пробовала. Вот это я точно могу сказать, что нет. У меня руки растут из талии, назовем это так. Работа без старания, только рук марания. Ну вот, просто у одного гномика его немножко перекосило. Он не соблюдал режим правильного питания и переел, и поэтому у него одна щека опухла. Но мы все равно с удовольствием съедим эту клубничку. Скажи, мой мальчик, в каком ухе у меня жужжит? Есть масса вопросов. Поэтому мы предлагали даже мясо белки. Накрывали столы, пекли блины, шанишки. Действительно, это можно есть на завтрак? Это образ, это метафора, если вы понимаете. Метафора. 8 часов. Новости в эфире. Доброе утро. Где деньги, Зин? На образование выделяются деньги. Все для человека, все на благо человека. На этом пока все. До встречи. До встречи в 8 часов вечера. Утро.